Всем привет, дорогие друзья! У нас новый день, новый влог. У нас такая погода сегодня ужасная на улице. Просто ужас. Сегодня пришлось даже Егорушку будить 6:30, чтобы он почистил калитку, потому что там не пройти было. Ты все равно каждый день встаешь. Да нет, я знаю, что ты каждый день встаешь. Просто так рано, 6:30, никогда ты не ходил дорожки чистить. Это да, да? Было? Да, вроде не в этом году. Ну, в том году, а в этом году-то еще не было. Там просто, когда трактор чистите, там вот где у нас калитка, там калитку аж вдавило сюда. И там очень большая глыба была. Нам папа позвонил, сказал, вы, говорит, выйти не сможете. И мне пришлось его будить, чтобы нам в садик потом идти. Я тоже у калитки чистил. Кто же у калитки чистил, ну? Я обычно его в калитке. Так, ну, там постоянно и на улице такая погода, просто пипец. У нас на улице дожди идут, дожди. Снег с дождем. Снег сырой, тяжелый, да? Mm-hmm. Нет? У нас Егор на дистанционном, поэтому он дома. Дополнительные каникулы, так называемые, да? Мы печки топим, печки затопили, в зале затопили и на кухне затопили. Я поставила суп варить. Машенька уже пришла, легла, отдыхает. И минута молчания. По дорогам, знаете, идете и прям лужи. Я сегодня в садик пойду, я вам обязательно засниму, что у нас на дорогах творится. Это просто трэш. Ужас просто полный. Я никогда такого еще не видела, чтобы вот такая вот погода была. Это вообще... Это, знаете, как весной вот начинает снег таять, лужи, слякоть. Вот у нас сейчас такая ерунда. Хотя сегодня первый день зимы. Ну, у нас все наоборот. Ладно, дорогие друзья, сейчас поставила мясо варить. Пока мясо варится, да, потеряли у меня опять видео. Я пыталась загрузить видеоболталку почти на полчаса. У меня оно скидывает. Сегодня я его переделываю на 15 минут. И надеюсь, что оно загрузится. Посмотрим. Почему-то большие длинные видео оно не загружает. Я хотела просто сразу одним форматом выпустить, чтобы несколько таких одинаковых видео не выпускать. И все. Но оно не пускает. Оно скидывает. 2 дня грузится видео на 30 минут. Скидывает на полпути. Плюнула, сегодня переделываю видео. А ты по частям делаешь? Так вот, придется по частям. Больше 15 минут почему-то. Вот на 15 минут оно грузит. 15 до 20 нормально. Сутки грузит. Потом в каждой части просили лайки. И когда наберется те лайки, выпустите. А, камеру. Лайки просить. Правильно, Егор хорошую идею дал. Набралось, например, 100 лайков, 1000 лайков, да, и следующее видео выпустить. Но это через год как раз мы наберем. Так же многие ютуберы. Я знаю, что многие делают ютуберы. Ой. Блин, улетел. Тут такая птичка прилетала, на сало села. Ладно, дорогие мои друзья, будем кушать варить. У нас вечер. Смотрите, все тает, все текет. Аж такое ощущение, как будто дождик идет. Короче, о, видите, вода аж. Мы сейчас со Светой идем в садик, туда пешком, обратно на автобусе, потому что на снегокате не проехать, потому что дорога растаявшая вообще. Ужас просто. Так что вот такие вот дела. Сейчас жду Свету, пока она обувается, и пойдем мы с ней в садик. В садик. Потихонечку пойдем. Не торопясь, не спеша. Идем в садик. Ладно, шагаем. Так, ребята, у нас время уже вечер. Короче, достаю огурцы, буду складывать зелень. Колбаску. Что-то наподобие оливье, но без яиц. У нас просто свои яйца закончились, а в магазине мы не купили, забыли. Поэтому без яиц будет. Короче, все, что есть, засунем. Сейчас колбаску нашинкую. Нарежу. Суп продолжаю варить. Садик, до садика кое-как дошли. Лужи. Фонари не горят. Это вообще какой-то кошмар. У нас особенно вот этот возле дома фонарь, знаете, как горит? Вот мимо него проходишь, он тухнет.
когда к нему подходишь. Только ушел подальше от него, он загорается. Ну, вот такой вот фонарь у нас умный, так называемый фонарик. Дороги вообще ужасные. Это капец какой-то. Лужи, лужи. Домой приходишь, как суслик весь сырой. Это просто что-то с чем-то. Ладно, ребята, буду нарезать все. Что-то наподобие оливье будем делать. Будем готовить и суп. Хотела рисовый, но у меня дети сказали с вермишелью. Со спагеттими суп хотят. Поэтому варим суп со спагеттими. Колбаса куриная, папа, муж. Ладно, жарим, готовим. Ну что, дорогие друзья, пока я буду нарезать салат, постараюсь ответить на ваши вопросы. Так, Александра Голубева пишет: просишь вас, просишь, не показывает себя крупным планом, а вы игнорируете это просьбы. Ну, ребят, я снимаю вручную, у меня штатив, потому что опять сломали, а который штатив есть, сильно далеко не поставишь. Ну, постараюсь ваши предпочтения учесть. Дальше. Настя, ты же говорила, что дети не едят горошек, поэтому не даешь оливье. Ребят, я на этот вопрос уже отвечала. Я отвечала, что кто-то не ест горошек, кто-то не ест морковку, но мне все равно готовить-то надо. Я же не буду каждому отдельно готовить. Дальше. А я слышала, что муж с женой не могут быть крестными. Ну вот на этот вопрос, наверное, я затруднюсь ответить, я не знаю. Но вот раз покрестили, прекрасно, в церкви знали, что муж и жена, как бы они, и нам ничего не сказали, поэтому раньше разрешались, но сейчас, наверное, нельзя. Мы его крестили, когда он совсем еще маленький был. Дальше. Не опасно дрова складывать возле печки? Я дрова всегда стараюсь складывать сбоку печки или же спереди, когда закидываю. А так, в принципе, я всегда убираю. Поэтому я всегда, когда печку топлю, во-первых, дома нахожусь, я никуда не ухожу. И поэтому я считаю, что безопасно. Я всегда печку закрываю. Это просто на видео я открываю печку, чтобы немножко хоть на что-то было посмотреть, а не только на печку. Дальше. Может, под лопаты ампула вшита? Может, под лопаткой ампула вшита? Помню, соседи вшивали. Пить перестал. Ребята, у меня ампула никакая не вшита. Я не пила, не пью и никак, как бы не собираюсь пить. Нет, в праздники, конечно, я... Но это редкий случай, в основном Новый год. Бывает, что могу бокальчик шампанского сделать. А так стараюсь вообще никак. Мне как-то не найти, даже не тянет на выпивку. Так что, надеюсь, на ваши вопросы я ответила. Все, мои хорошие, салат приготовила. Ну, конечно, без яиц вареных, но без яиц тоже очень вкусно. И попробовала сделать с кукурузой. Посмотрю. Ну, вот я знаю, что Маша у меня морковку есть не будет. Точно она остается в тарелке, но остальное, надеюсь, она съест. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. А мы дальше готовим суп. Так, мои хорошие, хочу ответить на вопрос Ларисы Цумаркиной. По-моему, так фамилия. Извините, пожалуйста, если я неправильно произнесла. Короче, как нам сделать премьеру ролика? Вот, например, вот у меня уже смонтировано видео, да, все. Вот смотрите, вот здесь ограниченный доступ. Мы нажимаем, выбираем запланированная публикация, нажимаем, выбираем число. Когда вы хотите, тут видите разные числа, но мы сегодня будем выпускать буквально скоро. Потом выбираем время, у нашего время 19:49, но давайте на 20:00 сделаем. Так, 20:00. И вот здесь вот написано «назначить премьеру», отмечаем ее «назначить премьеру» и нажимаем вот здесь вот сбоку, видите, буква «ОК». Все. А потом делаем это все вот это вот сохранить. И вот видите, оно сохраняется. Все, ребят, оно сохранилось. Вот теперь видите, у меня здесь написано премьера. Если я сюда нажму, то тут будет видно 1 декабря в 20:00 у меня назначена премьера, которую вы уже посмотрите. Если мы выйдем обратно на канал, то там тоже будет видны ролики о премьере. Сейчас постараюсь вот сюда, видите, главное. Сейчас на мой канал выйду. Так,
У нас, кстати, 7184. Так, мой канал. Ой, мой канал. Нажала и ждем. Извините за шум, просто видите, какой у меня интернет прям скоростной. Ваня! И вот смотрите, вот у меня эта премьера, которая скоро-скоро выйдет. Надеюсь, я на ваш вопрос ответила и вам помогла. Ну все. Вот смотрите, ребят, мы делали оливье. Вот эта тарелка, это Машина тарелка. Видите, вот она не ест морковку. Вот она всю морковку в тарелке и оставила.